Очередной строительный конфликт возник по вине городской власти. В жилмассиве Таирова прошла акция протеста против возведения высотного комплекса посреди частного сектора. Жители частных домов не согласны с проектом строительства компании «Трансбудпроект» двух 16-этажных высоток жилищного комплекса «Пространство на Тульской». Участники акции опасаются, что это приведет к разрушению их жилья, поскольку на глубине 3 метров находятся грунтовые воды. Расстояние до соседних построек должно быть не менее высоты строящегося дома, а пятно застройки, если дом выше 11 этажей, должно занимать 30% от площади участка. Эти нормы не выполняются. Дорогу к частным домам жители делали за свой счет, и теперь строительная техника может ее разрушить. Да и вся жизнь во дворах будет видна из окон высотных зданий. Жители считают необходимым построить на участке детский садик. Несмотря на это, городской департамент архитектуры и градостроительства разрешил возведение высоток. Согласованы условия и ограничения на проведение работ.